В этом году в Казалинском районе на ремонт дорог выделено более 2,5 миллиардов тенге. Так, в поселке Айтекиби и 7 населенных пунктах отремонтируют 26 улиц. До 4 полос будет расширена дорога между городом и райцентром. Также будет отремонтирована автотрасса Казалы-Кожабака-Туктыбаев. Об этом сообщил аким района Мурат Ергишбаев на отчетной встрече с сельчанами. На отчетной встрече аким района Мурат Ергишбаев подробно рассказал сельчанам о социально-экономическом развитии района. Положительная динамика отмечена во всех ключевых сферах. Развивается предпринимательство, растет казна. В 2019 году бюджет составлял 19,4 миллиарда тенге. На начало нового года он утвержден на уровне 23 миллиардов тенге. В районе зарегистрированы 4494 субъекта среднего и малого бизнеса. В общей сложности в этой сфере занято 7522 человека. В прошлом году зарегистрированы еще 970 предпринимателей. Пекарня, фотосалон, цех по производству пластиковых окон и дверей, парикмахерская, откормочная площадка и другие ниши уверенно осваивают сельчане. Аульный округ развивается, строятся новые социальные объекты, ремонтируются дороги. На встрече жители округа дали новые наказы. В целом выражено удовлетворение работы акимов. Мы прослушали отчет акима аульного округа, участкового полицейского, акима района. Даем удовлетворительную оценку. Немало делается как в ауле, так и в районе. Все видим. Год от года растет благосостояние населения. Галымжан Жумразар, Аскар Тажиев, Бугимбай Басилов, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.